Смена часового пояса может привести к заболеваниям сердца. Алматинские врачи объясняют, что перевод времени даже на один час скажется на общем самочувствии казахстанцев. В период циркадной перестройки, а это займет от 1 до 3 месяцев, у человека возможны бессонница, проблемы с пищеварением и не только. Отметим, ранее в правительстве приняли решение установить единый часовой пояс по всей стране. Айдана Нураш продолжит тему. Казахстанские ученые неоднократно выражали беспокойство по поводу того, что жители большей части страны живут не в своем естественном часовом поясе. Это, объясняют специалисты, влияет на качество здоровья. Человек не досыпает и устает, а как следствие появляются лень и апатия. Как бы позитивно ни звучала фраза «счастливые часов не наблюдают», биологическую природу организма не обманешь. Вот это Акмолинская, Северо-Казахстанская области, Южно-Казахстанская область, Костанайская область – входит в эту часовую пояс 6, поэтому это вызывает неудобство, не только неудобство, это влияет на не только на когнитивную функцию, и на здоровье людей, потому что человек, как дневное существо, должен просыпаться утренними восходами солнца, что у нас повсеместно нарушается. Врачи говорят, что организму требуется время, чтобы перестроиться. На адаптацию уйдет от 1 до 3 месяцев. В этот период возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой. Раньше в час кушал, теперь будет кушать 12 часов. И соки, которые будут переваривать эту еду, будут все-таки на час позже выделяться. Может быть, какой-то дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта. Когда человек спит, у него давление другое, сердцебиение другое. Но если его раньше разбудить человека, конечно, тахикардия будет чуть-чуть побольше, давление будет, может, не быстрее будет подниматься. И в этом плане, конечно, со стороны сердечно-сосудистой системы будут такие-то нарушения. К слову, историки сообщают, что на территории Казахстана временные переводы были инициированы не раз. Это делалось для удобства рабочих промцентров, экономии электроэнергии. Теперь же вся страна начнет жить по единому времени в измерении UTC+5. Для Запада ничего не поменяется, а жители центральных и восточных регионов будут просыпаться на час позже. Фактически мы живем, когда китайцы утренними восходами солнца работают, начинают учебу, мы темными утрами начинаем здесь. Это исключит, во-первых, нестыковки в графиках поездов, самолетов, времени совещаний, путаницы в графиках банковской сферы, логистики и других сферах. У казахстанцев осталось ровно 38 дней, чтобы перевести стрелки часов на час назад. Как это повлияет на наше самочувствие и какими последствиями обернется? Несмотря на расхожие экспертные мнения, время все покажет. Айдана Нураш, Хангельда Ахметханов, телеканал «Алматы».